Юкон не на Аляске, а в Оклахоме. Вот уж никогда не думала, что в Оклахоме есть Юкон. Вот мой домик. Номер 341. Карлсбад Корт. Так, а это вот наша улица. Небольшой пригорочек. Соседи очень симпатичные. Все беленькие. Очень спокойно. В Юконе совершенно нету криминал крайм, преступлений. Очень спокойно живется. Иногда я даже забываю закрывать дверь гаража. Как говорится, из гаража у меня дверь прямо в спальню ведет. Вот. И, как говорится, жива еще до сих пор. Ну что ж, пошли в дом. И никого на улице нет. Обычная история для Америки. О, приходим, у меня опять целый сад. Всю жизнь мечтала. Много цветов. Так, это вход, как говорят, прямо в гостиную. Вот, теперь здесь я живу. После Тушина и Старого Арбата в Оклахому-Сити. Называется «Мечта одного мужчины» или «Мечта мужчины» «One Man's Dream». Это она. Когда я купил этот дом, здесь был... Лучше не рассказывать, что здесь было. Почти 2 года я потратила, чтобы привести его в порядок. Мое последнее приобретение, не могла устоять перед этой вазой. Неизвестный художник на Арбате. У меня была прекрасная прическа тогда. И сейчас я вам покажу, что он со мной сделал. Та же самая. Тот же самый день, тот же самый час, только 2 разные картины он нарисовал. Но мне это нравится больше. Что он сделал с моими волосами и носом. Но ничего, кажется, только глаза мои остались грустные. Вот они. Она ее делала 2 месяца, сидя на диване. Вот эту женщину я недавно купила на выставке. Вы только посмотрите, какая она.
волосы. Последняя новинка, там, вернее, не последняя, а двухлетняя давность. А здесь у меня в шкафах 200 русских фильмов, самых лучших. Очень я люблю Моэма театр, вот этот фильм, он у меня есть здесь на двух языках. Вот, и CD, и, в общем, здесь у меня русские. А это вот мои ученицы музыки, я их учила и музыке, и русскому языку вместе. Девочки живут в громаднейшем доме, бывшем доме губернатора Оклахомы. Ну что ж, пошли в мою черно-белую гостиную. Этот зверь приехал с Аляски в прошлом году. Детеныш Нерпа. Черно-белую гостиную. Вот моя черно-белая гостиная, или, как я ее называю, Африка Рум. Соседские дети очень любят здесь играть. У меня три спальни. Вы знаете, живу одна, и незачем мне иметь спальни. Но решила сделать вторую гостиную, наконец. В цветах, которые мне очень нравятся, черно-белые. Вот.
О, вот и я там. Привет. Вот эта маска приехала из Мексики. Триптих. Отсвечивает солнце. В Мексике индеец майя. Это в прошлом году. Это тоже мое творение. А вот лампочка. Обратите внимание, какая у нее талия, как у женщины. Эти фигурки тоже из Мексики. Из солнечного камня сделаны. Светятся. До сих пор никто мне так и не сказал, что за зверь это. У меня кит здесь живет. Здесь мы с ним творим, делаем фильмы. А вот это вот тоже женщина, русалочка. Хороша, правда? У меня так с прошлого года и стоят, еще не переводила стрелки. Вот немножко, чтобы оживить комнату, добавила красных цветов. Может быть, это и неправильно было. Но слишком много черно-белого. Пошли дальше. Дальше в мою комнату, где у меня живет мой убийца. Ой, мой убийца. Становимся в одной из ванной. Вот это мое творение. Я вот в Оклахоме, у нас здесь есть такая Консул Роуд, там живут мои друзья, это я у них в их доме. Видите, они разводят цветы и продают, и устраивают выставки. Уголок тоже ванный. А здесь мои фотографии, я сижу на Гавайях и мечтаю когда-нибудь пожить в этом домике. Кухня. Здесь бар, у меня здесь цветы. Говорят, успокаивает. У меня их два здесь. Еще один. Московский хрусталь. Наташа привезла. Не пьем, но бар у нас есть, как Николай Евгеньевич, папка мой. Бутылок у нас было всегда дома полно, никто не пил, так, для гостей. Ну вот, а это вот все русские тарелки. Саша Уланов, очень известный художник, рисует батик. Это батик. Это его игрушка. И яблочко. Они сейчас во всемирном каталоге. А это лилия называется.
просто дарит мне лягушек все время. Это тоже водопадик здесь. Что я хотела? Всегда иметь большую кухню. Видел на выставке эту картину, думаю, ну все, беру, сколько бы она ни стоила. Не знаю почему. Цвета хороши. Но пришлось потом к этой картине подбирать весь интерьер. Имею в виду вот это вот, как они называют, бедспред на кровать. Все это там на той же выставке. Уж потом пошли лампы. Лампы удалось в Walmart найти. Немного повторяют. Сложнее был ковер найти. Слава богу, нашла. Больше такого в Оклахоме нет. Не буду говорить, какие сумасшедшие деньги я за него платила. Ой, близко к 1000. Вот что-то современное. Отдать дань моде. Очень такие нежные тона. Тоже моя композиция. И это тоже. Неизменный атрибут американской спальни. Тоже мое произведение. Хотела сделать каскад, не спадающий, прямо по зеркалу. Бабочки кто-то мне подарил хрустальные, уже не помню. Какие нежные тона. Привет, ребята! Анна, я люблю эти тона рыбки. This is my enemy. Это мой враг. Страшный враг в Америке. Вот он. Я его ненавижу все 7 лет, с утра до вечера. Сделать ничего не могу. Убила бы его. Ух! Не дает мне спать больше 5 часов. Ну что ж, еще разочек кактусы и пойдем дальше, на экскурсию по моему дому. Наконец, после 2-3 лет работы, закончила. Магнитофончик на ночь. Последней поездки в Перу, называю Перу комната. Все из Перу привезено. Здесь мой мир, здесь я живу. России привезла Успенского. А Черное море. Ох, да чего же хороша, подлинник.
из Перу приехала. А этот вот из Мексики. Это вот я, Мачу-Пичи. На голове у меня кепка ОДОТ, Department of Transportation. Это тоже из меха альпаку. Коврики приехали из Перу, два один на другом. Ну, вот он, мой убийца. Ой. О, слушай, я же забыла его выключить. По-моему, он еще в нем включен. Ну-ка. О, точно. О, боже ж ты мой, забыла. Вот они все мои истории. Русско-английский словарь. Фотографии. А тут мой архив. Ага. Это у меня пришелец с другой планеты. А сама планета где-то вот здесь. Только вот которая. А это я в Перу, Мачу-Пичи. Карта Луны. Ой. Ну и чтоб не скучно было. Ну вот и все мое владение. Тоже из Перу приехала. Маски тоже из Лимы. Прям Мефистофель. Ну вот и все. Это из Куско тарелка. И картинка тоже из Куско. Какие-то приехали из России. Мои друзья, художники. Ну вот и вся. Вся экскурсия по дому. Все. Thank you.
Ну, пока, ребята, а может и встретим. Привет, ребята, вот и встретим. Я окна мастерина. Ну, вот тут наш. О, фон де Гейн, пруд опять. Смотрите, лилия расцвела. Лилия. Ah, it's the first flower. Okay, now fishes, they will fight for food. They're hungry. Я кормила их вчера вечером. I fed them yesterday. And they are just got hungry again. Wow. Большая стала. Ой, ой. Новые цветы появились у меня. Лилии. А вот этот вот цветок очень интересным фиолетовым цветом цветет. Это Освальд их здесь помогает мне. Теперь есть сосеночка маленькая. Сосеночка панчи. И елочка. Сейчас покажу елочку. Вот она. Вот она, елочка. Какая. А вот эта ива выросла буквально за 3 месяца. Вот видите, какая. Вот, чтобы создать тень этому прудику. Пускается лилия. Вот она, маленький скульптив там плавает. Черные и красненькие. Ну что ж делать? Погода есть погода. Вот видите, какой дождь в Оклахоме. Это еще слабенький. Гром гремит. Вот, слышите? О, какой дождь идет. Чудо! Наконец-то. О, слышите, какой гром гремит? Сегодня 17 октября. Уже 17? О, какой кошмар. Вот, ну ладно, подождем. Вот это дождь. Вот. Зад моей машины. Вот это у меня уже клумбочка растет. А вот видите, там уже для Хэллоуин, для этого праздника, какие декорации. Сейчас появятся кресты, могилы, скелеты, все прочее. I'm saying that this is for Halloween. И снова лето. Оклахома действительно непредсказуемый штат. То зима, то солнце, то лето, то осень. Ничего не поделаешь, привыкать надо. Вот, видите, какой снег идет. Только что я приехала. Полтора часа ехала сегодня на работу. И 2 часа... Ой, нет, ну, больше часа ехала с работы. Вот она моя приехала домой. Отпустили сегодня пораньше, потому что кошмар, что творится. Это еще ничего. Вот, а то она была вся покрыта снегом, здесь же дороги никто не чистит. Вот, и поэтому нас отпустили домой, потому что страшно много аварий. Вот. Дела в Оклахоме. Вчера солнышко светило, а сегодня yesterday it was sunny day, today is a thunderstorm. Ой, snowstorm, а это мои соседи, наконец-то он не босиком. Он всегда ходит босиком. Вот такие дела. Жаль, что не могу показать, в каком виде машина ездит, но просто не хочется выезжать уже из дома. Вот. Показала бы вам интерстейт, но ужасно. Ужасно, что творится на дорогах. Мы бросили машину в скалах. Форт Гибсон, плотина. В Гибсоне на национальном кладбище. Вот сюда мы приехали, как говорит, почтить память тех, кто погиб во Вторую и Первую мировую войну. Вот они. Сколько, видите, какое кладбище? Рядочками. Это раз.
то я только в середине, а здесь вот еще и направо. Вот. То есть я разворачиваюсь на 360 градусов. Вот мы только что въехали в ворота. Вот оно, все бело. Смотри. Что? 925 и 943. Да, вот видишь, какие молодые. 18-летние погибли в 43-м году. 43-й. То есть вот это вот. Это национальное кладбище всей Оклахомы, понимаешь? Вот. Совсем все молодые. Да. Да, это Вторая и Первая мировая война. Это наша последняя съемка, потому что батареи у меня кончаются. И, видимо, нам больше до Оклахомы не удастся ничего снять. Но это, собственно говоря, это наша самая последняя точка, куда мы хотели попасть. Я хотела ему показать это кладбище. Вот такие вот солдатские могилы. Тысячи здесь их. I'm in my friend's house in Dallas, Julie and Robert. Yeah, my plane to Vancouver is tomorrow morning. So it's early morning, that's why I decided to leave early and stay overnight in their house. And just they help me tomorrow to take my plane, because plane is 7:30 a.m. Yeah, so, and now I redecorate their house. I'm pulling the strap, he is tight. Don't inflate the mask. We're taking off. Just put it out. We thank you for your attention, lady. Don't you take off. Yes, this I love American Airlines when they take off. Arriving people, and you will see the elevator, and there is a waterfall. Water. Oh, this is the airport, and we are on bridge. That's Science World. That was an introduction built in 1984 to Expo 86. That was the selling feature. You swing a little bit to the left, you see some glass structures. Looks like a big cathedral church. Well, that's the Plaza of Nations. That was the main entrance. Oh, right here, Margarita lives at Minetta Drive. It's an English village. Very, very nice houses are there. Okay, here is the Expo Center. That's it.
It был построен для Олимпиады 1980, Olympic Games. Это downtown, и отсюда отправляются корабли. And all ships into Alaska, they go from here. Okay, go. I am going and explore. Yeah. Is watering. Огромная корма, огромная корма. Steward is coming. I don't think that it's enough. Both off the left and off the right side of our vessel, port and starboard side. The gill netting operations, of course, will set a net with a specific mesh size in order to target particular species of salmon. Look, and people are traveling to Alaska to wheelchairs. Can you believe that? Oh, this lady goes to Alaska. Gill netting operations are fairly closely regulated because they are like vacuum cleaners as far as such a huge our ship. Huge and long. A small village. Those be their midships, you're going to be looking a little bit farther forward. You'll be looking more like at the 11 o'clock setting. Those be there out on the mound here, you're going to be looking almost at the 11. It's okay, go ahead. It's really quite classic as far as the eagle posture is to perch in coastal trees like this and watch the water and wait for just the right size fish to show. And welcome on board. I like him. I cannot recognize all these people. They wear short tennis shoes, just ugly jackets today lunchtime, but now they are just turned very handsome and beautiful. Oh, like Yeltsin. Looks like Yeltsin. Now, ladies and gentlemen, on behalf of the service managers, senior officers on the stairwell, and you and your finery, it makes a wonderful opportunity for a group photograph. What we invite you to do on Thank for the Fine is move on to the... It's my neighbors. They are here to buy oyster. Alex, I see, look. Oh, wow. This is the seeds of our honeymoon. Oh, paparazzi again. Okay. No, it's not paparazzi. We could be in trouble with all those separated. Look, but they are late and they. Happy honeymoon! Happy honeymoon! Happy honeymoon! It's a Brian. Nail card. Wow. So we got the nails. Wow. Any contact? They can have gum lid. Gum lid, sorry. Good morning. Мы прибыли на... We arrived the first stop, and now it's 7:30.
I'm going for a cup of coffee. Yeah. Yes, we are. I am on a 12th, deck 12. So now I go out and take picture from there. God forgotten place. A little bit better weather. Town. Good music. Вот это вот вся жизнь здесь. All life is along the shore. Oh, I need to look at furs. A huge our ship. So, tourists in the raincoats because it's raining. Foggy and rainy. And American flags. Russian Alaska with American flags. Thank you.
I hope you see it. It disappears, but it's big, huge. Oh, you see? Wonderful. I jumped from my armchair where I'm sitting and reading a newspaper. Yeah, I'm just... Rainbow. I thought it was seven. It's beautiful on Alaska. Windy, awful wind. Oh, it's a little island. We just passed the place where whales are. Yeah, sun is shining. Then I go on back and look at this road, what ship leaves. I'm in the back. I don't know what the terminology sailors. Look, this is wonderful. I don't know what speed is, how many knots, but this is just like wide, like interstate. Straight, 4K decision. Falling down, it's like a fire, a white fire. Clouds, 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 and suddenly a rainbow. Can you see it? It's wonderful. I'm waiting for whales. They're here somewhere. They just soak up. Small fish that they're feeding a lot of shrimp to swim. Whales. That's it. Oh, it's his tail. Oh, such an awful wind. And it's cool. Oh, this is my... Ready for second dinner. Today I saw whales, I saw rainbow, I did everything. Then I was in a hot tub, swimming pool was closed temporary, but water is very warm. I go there tomorrow. So I'm ready for dinner. Expensive cloud. Now you're probably wondering, what about wood stoves and fireplaces, right? Okay, there's two problems with them. Typical 300 days. We can go into the forest, we get a permit from the city for early, we can go into the forest to try the road and we're afraid of tour buses. 6 minutes, 15 minutes drive, and we are at a glacier. Oh, there is a trail. That's where I go now. Oh, wonderful, beautiful. So, Setavarakusa. From this point, and then I go close. You see? Бобровая плотина. Oh, you see how it's raining. Rain, rain. 300 days a year.
It's raining. Yeah. This is always Alaska weather. Such a funny story is behind. Okay, so that's it. See? Did you see mink such a color? Wonderful. Ah, this is a blue mink, голубая норка. See? Interesting. This is Hulk. And computer. Oh, it's interesting. Good music. Sophistication about them. Hard to put your finger on. When we do an old traditional sea shanty, what do you say? Are you with me? Are you with me? Are you with him? Sure you are. He's with us now. Wherever he is, it depends on where. How many's first time in the Red Dog Saloon? How many's last time in the Red Dog? How many don't know where the hell they are? Yay! How many don't care? Yay! All right. I like to hear that. Carefree individuals is a good individual. Sit down, my dear, before you get in trouble. This song is dedicated to all those from North Carolina. Anybody from North Carolina? The door never closes. My body lies over the ocean. My body
has two kind in here. We got enough dead weight in here as it is. Hi, kids. Don't get caught out there. Well, brothers and sisters, wasn't too many years ago they were building a railroad across the great United States. I'll use a little unity in the world. Have it pull out. Are you with me? Sorry. Who's going to say hallelujah? This red dog to my sheep for lunch. The one, but this is not mine. Second hallway one. Okay, this service. Готовы? Ой, мамочки, крыло. Окей, готовы на ужин? Ну, почти готовы, не совсем uh-huh. готовы. Владимир у меня еще не вполне Что? Готов. А, он в душе, да? О, хорошо, значит, слушай, может быть, мы встретимся вечером где-нибудь по внизу там? Да, замечательно. А после пошли на шоу. Хорошо? Да, в цирк. Цирк. Ага, хорошо. Значит так, где мы встречаемся после ужина? Where we get together after dinner? Где? I'll maybe just outside the cafe. Oh, dinner. Russians are everywhere. This is my friends. Yeah, we have a common Russian friends. Yeah. In Vancouver, and we have a common Russian friends in Houston together. So, Olga and Vladimir. Russian friends. Привет. Как поживаете? Здравствуйте. CNN. Что-что? CNN. Нет, не CNN. Ну, как вам поездка? Ничего? Прекрасно. Прекрасно. Куда вы сегодня ходили? Где вы были сегодня? Мы сегодня везде были. В двух местах были сегодня. А где? А, на ледник ездили, да? О, я тоже была. Угу. А потом мы смотрели Майнкрафт. Что потом смотрели? Мы, у нас 3 часа, мы у нас вывезли куда-то там на музыку. А, слушай, вон оно что. А вы не летали сегодня, нет? Летали? Ну и как погода была? Погода нормальная для Аляски. А, понятно. Значит, не было голубого неба, да? Голубого неба. Жалко. То есть ледник был серый, все, да? Был на месте. Ледник был голубой. Голубой? Ага. Тебя зовут? Добрый вечер. Добрый Юра. Вечер. Юра? Да, приятно познакомиться. О, Юрочка, приятно познакомиться. Меня зовут Людмила Луси. I love Lucy. Do you know that? Слушай, а где же ты язык выучил? Язык где выучил? Да. Интервью. Интервью. Я закончил факультет иностранных языков. О, молодец. А в каком? В Киеве? Нет, не в Киеве. Нет. В Харькове. В Харькове? О, знаю. What are you doing? They were drinking wine. Они выпили немножко. Выпили. Ну вот, а потом у них тяжелое чувство юмора. Ну what are you talking about there? We were talking about KGB. Yeah? KGB engine. Well, what do you think? Ой, так классно. We had a nice trip today. It was a helicopter trip. What weather? Какая погода была сегодня? Weather was a little raining. But they gave us very nice dress. Dress? Yeah, what kind nice of dress? Shoes, So they equipped us. Они вас экипировали, да? Yeah. Здорово. Отлично. Like, а погода какая like была? Snow fairy tale. It's снежная сказка. It just, да ну. Just ice around. And да? They taught us how to climb on the ice. Uh-huh. Vertical.
Да, с ледорубами? Да, это... С ледорубами, да? Да, такие ботинки, на них... Я знаю, кошки. Ага, кошки с шипами. Я забыл, как они по-русски называются. А, это не важно. I'm gonna go upstairs, deck number 14 or 12, and show you how this skagway looks from deck 12 of our ship. See you. Windy. See you later. We are in Skagway. Oh, you see, here is snow on the tops. Okay, where is Skagway? Probably on my backside. It's clouds, clouds, so low clouds. The weather is so gloomy and depressing. Oh, this is Skagway. It's one more big ship on pier, by pier. This is city. This is city Skagway in Golden Rush times in 18. And look at this. Ah, hi. Town. Flowers, forget me no. That's it. Незабудки in Russian. Незабудки. That's it. Вот они. Очень прекрасный. Прекрасная композиция. И старый ботинок. And old shoes. Oh, it's debarking. It's very old train. This is everyday life in Alaska. This is their Broadway or downtown. And it's transportation cab. People of Skagway like to joke that we have a wind festival here, and that it starts January 1st and ends December 31st, so you're just in time. Anyway, for today, what I thought we'll do is we'll start off here in town and then head out to the Gold Rush Cemetery, and then from there we'll head all the way up to the top of the summit, hopefully find you some nice blue skies, and from there we'll head back down to a nice scenic overlook and then back into town. If you have any questions about anything that you see or anything that I share with you, wait. Gold Rush Cemetery. Would you like to go ahead and go up the trail there? They were closed in 1908. Yeah, now nobody buried here. It's a Golden Rush Cemetery. See, died. 46 in 1899. She was 29 years old when she died. Oh, it's bad. One moment, ladies and gentlemen, the train's going to be coming by. Tourists. Everybody waving there at cemetery. Oh, it's very short. Yeah, let's get where we were. I just want to share a little bit about him as well as what led up to a gunfight that he was involved in. Unfortunately, Frank Reed beat you out, but Soapy Smith got his start back in Colorado, back in the 1870s.
He would go into a town, he would set up a box, he'd have with him a pile of soap, a pile of cloth. And he would say, ladies and gentlemen, one and all, come and gather around. And while people began to gather, he'd say, ladies and gentlemen, do I have a deal for you today? For today, and today only, I'm going to sell you this wonderful bar of soap, and I'm going to sell it to you for $5. Now, $5, you're probably saying to yourself, why so much for a little bar of soap when you can buy it for 5 cents, 10 cents, 15 per hour? And he would continue wrapping up the bars of soap until finally he had finished wrapping them all. And he would say, ladies and gentlemen, this bar of soap is so wonderful that it can cleanse you of your sins. Yes, sir, he just washed them right away. Умерла 28 years old. Everybody who is buried here very young, just 37 years old, age 38 years old, died here, died. Умерли перестрелки, shooting, fighting, died 10 years old. 100 people are buried here. I didn't take train because train doesn't stop for hours. Instead of took a bus. Could see wildlife. Alaska. Why? And rocks. No, it's a waterfall. Oh. Oh. This is wildlife of Alaska. Okay, go ahead. Okay. Pass me. It's unforgettable pictures. Oh. It's raining now. My umbrella is in a bus. Picture. And who is heading over there? First call, which reminds me of mountain river when I live in mountains by Elbrus. The same noise every day, early morning, the whole time, and fresh air and greenery, just everything. Oi, Alaska mushrooms! And more mushrooms. Ah, Alaska, it's like a Russian mushroom, but березовик. Ah, you see? Okay. This is Yukon. Back in August and September and October of 1897, there really wasn't much of a trail. Person would have to walk from one pile of rocks to another. And originally the old trail came across down through here and then winded up behind you up and over Porcupine Mountain. Made from ice.
Saturday morning, at last the first sunny day, but cold, windy, and the first big snow peaks. That's the Alaska. We are going to along the shore, sailing along the shore to Glacier Bay. Oh, one more ship. Oh, the ice on the water. I swimmed in swimming pool. Everybody looked at me like I'm crazy. But water was so warm. So warm. Being different to such a beauty. And go for a cup of coffee. Yeah, then I can go. My Russian friends, we just had a breakfast. Оль, тебе не холодно, а? Нет? Ага, окей. О, наверняка он Бориса Апанасова знает из Нормана. Да, здорово. Fred, I'm thinking of you. Oops. Оп. Look. Oh. We are turning around and go close to this ice. Here now. Где ж Володя-то, а? Что-то он застрял. Оль, может быть, ты попробуешь, а? Окей? Ага, я. Давай. You know what? Смотри. Место встречи — ледник. Вот мы встретились на круизе в Аляске с нашей соотечественницей Люся. Очень славная женщина, и мы так замечательно проводим время. И красота вокруг необыкновенная. Are you speaking English? No. What a beautiful glacier. Everything is so wonderful here. Blue. It is very old. That's why it is blue. That works now as the opposite of a prism. It only reflects a blue light, a blue component of the spectrum. And that's why it's blue. If you take just a little piece of it, it loses its compaction. And it becomes this ice becomes just regular, transparent, fine cruise, fine ship, fine scenery, magnificent scenery around. Good trip. Yeah. Ледник. Айсберг из Алавы. Где? Сейчас лавина огромная. Вау, it's alive. Какие волны. Слушай, а хорошие кадры, да? Конечно. It's a good movie. Look, I have battery. Battery goes bad. Ooh, I have to go back and change battery. What? Что? Сюда может дойти даже. Видите? А? Они с детьми? Да, они с детьми, с детьми. Ага. Вот. Так они что, прям с Казахстана? To change battery because they go bad, and I have to charge battery. So did you see how ice is alive? It's so impressive, it's so good. So I'm in a hurry to go back on a deck, an open deck, just to for more picture of this icy iceberg, or how to say, it's a glacier. Okay, see you later. What are you doing here? Привет! Здрасте! О,
прекрасная картина. Утренние новости, да? Точно, CNN. Окей. А? Дела прекрасно. В 11 часов, и мы все играем здесь в теннис. Австралия against Russia. Да. Да. О, где ваш дитё? Yeah! One more, okay. How are you going today? What? How are you today? Fine, fine. Always done. I'm from Australia. You are from Australia? Yeah. Okay. Look, you're not alone here. I have two more people. Ping pong, I hate it. It drives me crazy. Ping pong? What doesn't drive you crazy? Just all the noise. Oh. Tap. Okay, sir. I understand your feelings. Ну вот еще разочек этот самый ледник. One more time. How to bless your baby. Да, мы сейчас уходим. We are leaving from this place. Mm-hmm. Did you swim today? No? Yeah, I did. Okay, where is one more time? Ice and iceberg. Yeah. О, красота необыкновенная. И главное, погода какая хорошая, правда? Погода просто подарочная. Кругушок, да, рекордит. Okay, now. Oh, I should move or not? Should I move? No, you can't. Okay. You can dance. This is the way he started. Okay, so you should say at least something for from Kremlin. Okay. Friendship forever. Russian and Australian people. Don't fight anymore. No Cold War. Друзья и австралийские, мои друзья. Алекс, are you ready for tournament? What are you doing? He's scared of Russian spy. So you don't believe that I'm not Russian spy, right? Change point. I'm just in love with these pigs. People are going around, walking. Friends, American from the sun, we're from Sacramento. Yeah. It's an evening dress. Richard and Susie. And two Russians are playing. I will play now. Beside. Еще один ледник. One more glacier. Вода ровная, цистил. Number 3. One more glacier. Еще один ледник. Старый. Очень старый, конечно. Ты видел медведей? Да, я одного медведя видел. А я, по-моему, тоже одного схватила на камеру. Посмотрим, как там дальше. Там барышня была одна с биноклем, и она мне дала посмотреть. Понятно. А я смотрю, что-то все смотрят, так и
оживлен, а я ничего не вижу. И я хочу, чтобы ты смотрите такое. Да, бинокль, в общем-то, это нужная здесь штука. Да, нельзя. А ты вы плавали сегодня, нет? Будете? Будем. Будем, когда? Maybe it's engine. Oh, now we will make a U-turn, I think. О, какой вид открывается. Прелесть. На вершины и море. Ой, еще. Water and snow. А? Off, ага. It's from... It would make it prettier. If you live by the sword, you die from sword, yes. Right? Oh, it's a good expression. Did you, and in Ketchikan, did you see the salmon going up the street? For water. Я сейчас, знаешь, на 12 этаже. Ага, на 12. This view. Аляска. Beautiful around. Very beautiful. Shaking it because of engine. We are sailing. Dinner. Yeah, I just came to this hall, to dinner hall place, to restaurant, and I saw such a beauty. And I said, Lucy, you have to go back and to bring your camcorder to make a, to take a picture because it's unbelievable what they have there. So I'm back. See you later. Party. A formal dinner, Captain Dinner today. Oh, this is sour. Look, it's beautiful. Okay, everything is natural. Everything is ready for champagne. Шампанское будет литься рекой сегодня. Это еще не все. This is not everything yet. Это торт. This is cake. What is waiting for us? What else? Oh, you see, this is raki. What is this? Сразу какой букет, а? С ума сойти.
there. Oh, lots of cakes. Okay, now I'm ready. What is this? Oh, it's not Shimon, they're going to our honeymoon. Senen tonight. Yeah, okay. Oh, it's lobster night. Yeah. Oh, okay. You look so nice. Thank you. It's my Russian hands. Okay, dinner is ready. In those 13 tiers, and about 90 bottles of champagne will be used this evening. We have our ship's photographer, Nathan, right over here to take photos, so come on down to deck 5 if you want to have a photograph. Two of our ship's photographers, and crepes served all throughout the atrium and champagne throughout the atrium as well. But at this time, all of this is under the direction of our fine maitre d' hotel. How about a round of applause for your maitre d'. Thank you.
ship is sailing. Ship. Tomorrow morning we arrive to Seward and get off the ship. Gray weather, gray sea, open water. You see, nothing is around and it's raining. I just heard that in Dallas it was 108. It means in Oklahoma is 104 at least. I thought. It's very strange shape. I think it's blue yellow. We are very, very slow. We look over at the Smith Glacier, which is on our left side. The distance from the Smith Glacier to the Harbor Glacier is 2 nautical miles. Smith is distinct. Okay, now the ship was told to go there. Прилипли. But in Dallas, I heard that in Dallas, 107 temperature, but here is 44. And rain. All passengers are here. I'm turning 360 degrees. Again, clouds, you see, and it's raining. Whoa! Where is it? Oh! And another one. Do I see it? I'm sorry, folks, you're going to have to pay extra now. Oh, you see? Oh! Живет ледник, живет ледник. It's alive. Максимальное приближение. I'm so glad that I could catch it. I could take a picture. See what живет. Я не могу больше приблизить. What is here? Over the last 200 to 300 years, this glacier has accumulated all sorts of great information.
that glaciologists are now able to extract. So these dirt bands that you see, these distinct lines, all tell us less information about what happened 100, 200, 300 years ago here in Alaska. The ice that we're looking at is quite young. The ice here at the face of the Harbor Glacier has an estimated age of about 350 years. And so if you were to toss a penny in up at the head of the glacier, it would take about 350 years for it to travel all the way down. I'm already packed to leave. Today is September 7th, and so I'm gonna go to deck number 12 to take a picture because there is no one cloud in the sky. Sky is very clear, and temperature is 10 Celsius or 50 Fahrenheit. It's a seward and very nice city, and I have to spend 12 hours here, even 15. Oh, then we take a bus and go to Anchorage. Anchorage airport by bus for 3 hours. So let's look at Seward. Early morning, 7:30 p.m. Sun is rising. Oh, this is Seward, almost edge of Earth, почти край земли. Вот солнце встает, sky is very clear. Yeah, it reminds me Caucasus Mountains where I lived for 6 years. Вот этот вот Seward. From deck number 12, с 12 палубы. С высоты 12 этажа здесь лифты. A lot of elevators are here on the ship, I'm saying. Oh, small fleet. Маленький флот. Fishing on the back. You see so many of them. They are fishing. О, сколько рыбаков. Рыбку ловят. Princess. Last time. I see the ship. Each summer on the 4th. Симпатичный домишко. Вот как же вот эти Аляски. We do have Krill Lake off to your right here. Living. Just almost impossible to see today. This is where a lot of the small sockeye or red salmon are put into this lake. That goes on down into the ocean through Trail River. At the head of the lake here, there is a fish hatchery, which raises these small fish until they're an inch to 2 inches long from the eggs, and then they're released into this lake going out there to the ocean. Oh. British Columbia, and behind is Yukon Territory, not Oklahoma, but Alaska. Oh, I need to ask this picture. Oh, I'm ready. To Alaska, get away to the Klondike. And this is view to the city from this observation tower. See, that's it. Oh, the city, and this is our ship. Yeah, only one. This is our car.
crown princess. That's what we are here. As you're admiring the view, and wonderful view. Okay. Вот они какие вагоны на Аляске. Вот. Двухэтажные. Небольшой поезд. Пассажирский. Вот так. Okay. Перед тем, как сесть на поезд. Жигули. Вот дорога какая. This, you see on this road. О-о. Да. Come to Alaska to see this pictures. Вот как они мечут икру. Why? Beautiful scenery off to your left. As you travel up through the tight, what they call... Как эти, как плавающие пески. If you step here, you just die. It absorbs you. So we are anchored. All our people are in a restaurant. It's Hollywoodская компания. We Hollywoodian. Такой самолет. Мы полетим на Рино. My company is...
American waiting for flight. My flight is at midnight. Trigger happy. Uh-oh, she's part Japanese. Bob in Washington, then. September 25. I am at home in Yukon. Yeah, early morning about 8 p.m. Oh, yeah, I'm sorry, 8 a.m. And I got up at 7. I have a day off today because I worked in a field for 4 days. My boss asked me, Lucy, we have nobody, just help. Our coworker got sick. And oh, I have a new flowers. Yeah, they came from seed. So I worked 4 days far away from Oklahoma City. Now I'm back and I have a Friday off today. I'm so happy I can work with Alaska Movie. Oh, look at the sun. Sun is shining. See, straight rays. Sun rays. Wow, wonderful. Okay, go to walk a little bit, and we have a dog here, Shepherd. I know this dog. It's a good dog. Oh, it reacted. It reacted. So I need to walk 15 minutes, then I start working at home. Okay, see you later. I open the door to change air.